Привет, меня зовут Хаяки, и наша команда eSports Club Kyiv играет на турнире Legion UP Ukrainian Cup. Сейчас идет групповой этап, где каждый играет с каждым в формате BO2. И в первом матче мы встретились против команды Сестри. Если посмотреть на их состав, то там играет Датте, Касл, Вандерфул, Малкис, Фобен, и по сути это состав Инсилио, только без Рейчела. Матч получился интересным, поэтому я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Поехали. Пистолетка началась хорошо, СФО сделал килл на КТ, но тут же произошел размен. Затем еще Вандерфул перестреливает на лонгу СФО, но Мур в это время был близко и наказал его за это. Парни остались 3 в 1 и легко перестреляли Касла на шарту и забрали раунд. СФО стоит на респе, смотрит мид и попадает по одному, затем убивает второго в голову, а там Амстер врывается на шорт, но у него не летит и его забирают. А в это время на Б Касл убивает Смэша, тут же Буря его разменивает, но быстро приходит Хелпа и перестреливает Бурю. Ситуация 2 в 3, но на миду еще находят Мура. СФО убивает одного на Б, но нет понятия, что есть еще один, который прячется в смоку, и тот находит его быстрее, и это 1-1. Счет уже 4-1, Киев врываются на Б стеками, но тут Фобен расстреливает троих, на еще одного не остается патронов, и он умирает, а там еще забирают гранаты Смэша, и Мур остается последним, который также погибает, и это 5-1. Но затем Буря пикает на шарту и делает опен фраг, быстро занимают позиции и забирают еще Датте. Мур под отвлекающую флешку находит еще одного, и последнего Смэш поджимает в темке и также без проблем закрывает. Амстер выходит на шорт, находит одного, но его моментально разменивают. Однако затем Смэш отвечает, а там Мур еще находит одного, и это еще один раунд для Киева. Буря на уверенности выходит и вешает голову снайперу, и по сути точка А уже свободна. Поэтому Мур ждет поджим на миду и находит его, но Вандерфул выходит и наказывает с дигла. Однако раунд Киев все равно забирает. Тем временем команда Сестри уже вышли достаточно вперед по раундом, но это еще не конец. Они отлично принимают наш выход на лонг и просто вдвоем перестреливают всю команду. Наша команда закупает диглы и идет в сторону Б, но на миду уже наказывают СФО. Однако Буря выходит на шорт и показывает, что его дигл не хуже, чем АВП. Дает в голову, но по второму, к сожалению, не летит. Затем Фобен не может перестрелять красного Смэша на шорту, и Амстер еще одного наказывает на миду. Ситуация 2 в 2 и поставленная бомба. Команда Сестри думает, что это А, и идут на ретейк, где стоит только Амстер с подобранного АВП. Убивает его, не видят бомбу, не понимают, что происходит, где бомба, и бегут на Б, где все это время сидел Мур. Им уже не хватает времени, они убивают Мура, но оба взрываются с бомбой. Что за раунд, просто великолепно. СФО выходит на скорости и ловит Датте, который уже почти ушел. Буря на шорту перестреливает Малкиса, Вандерфул его разменивает, но парни не дают ему уйти и занимают точку А. А в это время в темке Смэш караулит двоих соперников и делает даблкил, не дав засейвить девайсы. Буря летит под флешку лонг, слышит одного пробегающего, но в это же время открывается уже с КТ. Его перестреливает, но тут уже закручивается и его забирают. К счастью, тиммейты были рядом и делают размены в свою пользу. А затем уже Амстер смотрит в спину выход с коробки и понятно, что его уже никто не пройдет. Забирает одного, затем добивает второго, и это отличная половина для нашей команды. Парни еще забрали пистолетку и форс раунд, и вот уже полноценный девайсный раунд. Буря забирает одного в коробке, и Смэш с Амстером наказывают люркера в темке. А там еще и Мур ловит на выходе двоих с коробки, и Амстер, который уже смотрел спину, забирает последнего, и это уже 10-й раунд для нашей команды. Смэш с Амстером понимают, что ни на Б, ни в темке никого нет. Идут дальше и находят перетягивающихся соперников. Смэш делает 3 фрага, его убивают, но тут приходит Амстер и забирает оставшихся двоих. В начале раунда жестко наказывают Бурю стека на шарте, но Мур уже смотрит эту позицию и готов мстить за капитана. Делает дабл килл, затем Амстер врывается и отвечает по Каслу, а затем еще убивает снайпера на лонгу. И Смэш встречает последнего на миду, а Киев зарабатывает 14-й раунд. Наказывают СФО, смотрящего в коробку. Происходят размены на Сити. Амстер делает дабл килл, но Сестри уже заходят на плент и ставят бомбу. Но Мур забирает одного на шарту, затем второго на сайде, а третьего Амстер взрывает хаешкой. Это 15-й раунд для Киева. Смэш на уверенности врывается в нижнюю темку, где его забирают, однако СФО сразу разменивается в коробке, но его не отпускают и занимают лонг. Ставят бомбу, Амстер шарта находит килл еще по одному сопернику, но это ничего не дает. Они очень хорошо стоят в перекрестных позициях и забирают Мура, поэтому Амстер идет на сейв. Но это тоже не очень помогает, так как уже в следующем раунде снова приходится сейвить АВП, однако на этот раз уже не дают этого сделать. И это уже 11-й раунд для команды Сестри. А там они еще в следующем раунде делают хороший сплит выход Б без шанса
шансов закрывают Бурю, S4 и Амстера, а затем и Смэша. Муру остается снова сейвить, но он убивает на респе одного, открывается на мид, где его разменивают. Это 12-й раунд для Сестри, а точнее уже и 13-й, так как экономика у нас очень плохая. Мур слепой находит килл по Вандерфулу, затем еще стоит за синим, выходит, убивает снайпера и забирает еще одного. А в это время Амстер говорит пока выходящему на Б, понимая, что есть еще один, не выходит, и тут приходит на помощь Буря, убивает последнего и забирает эту карту. Достаточно потно, но зато интересно, еще чуть-чуть и уже могли бы быть допы. К счастью, до этого момента парни не довели, молодцы. Теперь переходим на трейн, где на первом раунде вылетает один из соперников. Думали, будет релоад, но его почему-то не сделали, и мы продолжили игру. Буря перестреливает одного, но его тут же разменивают. Амстер находит килл по Вандерфулу, но Касл выходит на Б, убивает С4, затем Смэша и оставляет без головы еще Мура, но тот все же его перестреливает. Все же Датте успел поставить бомбу и даже убивает Амстера, но Мур без шансов вантапом ставит в голову, и это первый раунд для Киева. Сестры очень быстро выходят на А, дают опен фраг, идет череда разменов, Смэш в это время приходит со спины, убивает Касла, но Малкис вешает хедшот со старого и убегает по зелени. Это слышит С4 и догоняет его, и последнего Смэш забирает наверх низе. КД. Еще один красный. Поле кто? Это такой кринж. КД убил. Мэйн, ДСП. Убил. Минус. Я с тобой. Хорош. Хорош, Кирик. Почёлся. Я дал молик. Бежит к мейну. Убил зелень. Один к мейну побежал. Кирик, забери мейн. Два бэдом. Еще бэдом. Я не пикнул, просто... Один раз, ну, мать умер, да, блядь. В принципе, игра шла очень хорошо, мы ведем 8-0 и проблем особо не было. Но вдруг команда Сестри делает удачный заход на Аплен. Вандерфул и Касл делают несколько фрагов, и уже С4 остался один с ВП. И, конечно, ему надо сейвить. Затем получился еще один похожий врыв на точку А. Между... Наши противники хорошо нас прочитали и забрали в свою копилочку еще один раунд. Это фейк. Мэш находит еще одного поджимающего Б, но наши оппоненты очень быстро развернулись и вышли практически на пустой аплен. Мур погибает, и Смэш с Амстером сейвят девайсы. Затем мы играли в 2 Айвика и 3 Дигла, и начало получилось не очень. Забирают Бурю, но Амстер дает размен. Однако Датте находит еще и Смэша, но в то же время снова размен, на этот раз С4. Затем Амстер забирает одного в пленте. Малкис ловит С4 на неожиданности, Мур по нему отвечает, но его тут же разменивают. И Амстер выходит и убивает последнего, выиграв этот раунд. Хорошо. По сути, очень легко забрали уже 10 раундов за первую половину. По одному ловили соперников, и хоть они поставили бомбу, раунд мы выиграли. Вандерфул на уверенности выходит, но дает лишь один килл, его разменивает С4 с коннектора. Мур убивает одного на элике, но Фобан делает дабл килл и резко меняет ход раунда. Еще и Смэша ждут верхнизе, и Амстер остается один в 3, но это Амстер, поэтому 1, 2, 3. О май гад! Что, написать им приятного аппетита? Да-да-да-да-да-да, Вандерфул жестко раздал, и мы проиграли пистолетку, но дигл в руках С4, это не какой-то там пистолет, это жесткое оружие. Смэш делает минус 2, С4 делает минус 3, и мы забираем форс. Последний раунд начался по энтри по Буре, но Смэш слышал передвижение Датте и наказал его за это. Затем еще убил Вандерфула на А, а Амстер забрал игрока на поезде. А потом Смэш решил вообще наказать их. Как это не видел, кста. О! Найду и зарежу, бля, ёпта. Ты попал, блядь! Ой-ой-ой! Ой, хорош! Я считаю, что это отличное завершение игры. Этот нож от С4 будто вишенка на торте. Молодцы, парни. Этот матч мы выиграли 2-0, но Dust 2 получилась достаточно равной. Следующий матч играем против Marlian Esports. Так что обязательно ждите об этом видео. Еще параллельно проходят закрытые РМР-квалы, поэтому по ним тоже ждите видео. Так что не забудьте подписаться, чтобы это все не пропустить. На сегодня это все, но вы можете посмотреть прошлые видео, которые еще не смотрели, нажав на подсказку на экране. Ну а с вами был Хаяки, это канал eSports Club Киев, до скорого!